Всем привет, ребята, на канале Сафирка Плей. Сегодня мы будем играть в Фронтбол, как вы видите. И сегодня мы будем играть в нее. Она на самом деле новая, но давайте начинать. Все хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Вау, как красиво! Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. О, это кот! Такой милый и красивый. Чуть темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Вау, как мило, сердечко, типа я тебя лавлю. Мы уезжаем, я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. О, сегодня пятница, мои родители уезжают. Блин, так обидно, она дома одна. Тетя Грейс заботится обо мне. О, как котик-то пьет, мальчик, как мило. Нам так весело. Сейчас вечер пятницы, я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. Господи, ребята, кто это? Странное существо за моим окном. Что мне страшно? Оно мне не нравится, оно меня пугает. Я что-то слышу. Это мама, она кричит. Господи. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Типа свет включается. Я подойду ближе. И типа тут будет нож и убийца. И ближе. Мама, папа, ребят, закройте глазки. Нет, пожалуйста. Мамочка, папочка! Блин, почему у нее кровь из глаз? Она что ли? Это сон у нее? Это игра такая, Софья. Да. Ребята! Это сон какой-то ее! Это сон! Блин! Котик, не уходи! Он решил! О, нет! Котик, ты куда? Куда меня бросаешь? Все было хорошо, да? И кто меня поднимает, и кто меня несет на руках? А? Кто это? Френ, ой. Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Но это будешь не ждать. Раз. Два. О, я тут появляюсь. Три. Френ, как ты себя чувствуешь? Мне хочется умереть, думаю, я в порядке. Юль, что мне ответит? Не знаю даже. Ну, конечно, не знаю, сама отвечай. Думаю, я в порядке, только грустно видит одно и то же. Грусть является нашей невидимой частью. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Полиция ничего не делает. Не будь таким, посиди. Скоро мы обязательно получим ответы. А пока у меня есть что-то для тебя, Фрэн. Что там? Иди, стоп. Там необычная пасхалка для тебя. Она от тети Грейс. Возьми. Давай, ты будешь читать. Ты читаешь, да? Сумочка моей мамы. Это сумочка твоей мамы? Открой ее, там внутри что-то есть. Это что? Изучи. Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я разрешила у тебя, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими.
поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. Я тоже беспокоюсь, ведь я не сумасшедшая, но ведь еще здесь. Прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Я так устала от всего этого. Я хочу в свою комнату. Да можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство на Даутин, оно следует тебя очень спокойно. Сестра, мы готовы. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего, не же времени, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэм, прими свое лекарство. Я не хочу принимать, хочу тут посмотреть, походить. Хочу. У нас мало времени, Фрэм. Прими таблетки сейчас же. Ну хорошо, приню. Что будет сейчас? Мне плохо. О, господи, а кто это вот у меня стоит, ребята? Это была Гермиона, боже мой. Только не это. Отвезите ее обратно в комнату. И сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Лучше ей эти таблетки вообще не давать, да, Юль? Да. Страшная какая-то игра, если честно. Я в такое боюсь. Берегись, Фрэнбу. Господи. Таким-то голосом говорить. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю. И верну обратно в безумие. У тебя ничего не выйдет. У меня кровь из носа. Фрэн, проснись. Котик, как черный, как любого. Николас, ты поможешь тебе сбежать? Подождите. Я буду ждать тебя в лесу. Получается, таблетки нам помогают бежать. Я люблю тебя. Какая любовь. Когда это уже кончится? Хочу уже посмотреть. Когда же игра начнется? Глава первая. Мой здравый разум. Моя игра начинается. И я появляюсь. В какой-то комнате с клоуном непонятным. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. И все. И все. Надо посмотреть. Дело. Господи. Имя Фрэнбоу Дарлингхарт. Возраст 10. Как мне 10 лет? Пол женщин. История болезни. Пациент была найдена. Налегко недалеко от психиатрической клиники. Давай это будешь читать. Недалеко от психиатрической клиники. Освальда. С признаками психоза. Семейная трагедия Боун Дагенхарт. Детали избегают. Лечение. Доктор Марсель Дирн испробовал различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. Дата 25 июля 1944. О, господи, это что-то это. Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Ах, прекрасная мелодия. Вот так прекрасно, а клон меня не пугает. Я получу, твой нос получу. О, господи, это что такое? Это что, опять одна записка? Пациент. Имя. Вильям Бронт. Возраст 8. Пол мужской. Пациент прибыл в психиатрическую клинику Освальда вместе со своей матерью Рэйчел Браунстоун. У мальчика развилась параноидальное поведение, паранойя еще не диагностирована. Лечение. Ежедневная терапия у доктора Марселя Дирна. Мы еще не добились доверия пациента. Он отказывается отвечать на вопросы. Привет, Фил.
Привет. Как дела? Спросим. Все говорят, что я болен. Ребят, надо уже заканчивать. Мы теперь... Ребят, надо уже заканчивать это видео. Всем пока. Вы были на моем канале Софилька Плей. Мы начнем играть в второй части. Не забудьте подписаться на мой канал и ставьте пальчики вверх. Будет вторая часть завтра. Ждите продолжения этой серии. Всем бай-бай!